Всем привет, с вами Слава, и сегодня я нашел сид необычный. Как видите, вот здесь вот я возродился, короче говоря. Там справа саванна, вот там вот пустыня, вроде ничего интересного, да? Вот, если что, там лес, там пустыня. Единственное интересное вот такое вот место, это вот наискосочек, если пройти. Смотрите. Вот тут деревня. Ну, деревня тоже ничего интересного. Если мы пройдем дальше, там храм. Храм это уже поинтереснее. Ну, а дальше грибной биом, достаточно редкий. А вот если немножечко вправо от него отойти... Сейчас у меня сгенерируется, у меня просто дурацкий телефон. Вот, ничего. Так, дальше вот если мы направо пройдем от грибного биома, мы окажемся в ледяном биоме. Вот здесь, кстати, тоже продолжение грибного еще идет, да, биома. Вот. Это самый, наверное, классный, ну или один из лучших сидов. Так, а вот эта деревня новая или это та же деревня, интересно? Сейчас я посмотрю. Ага, да, это та же деревня. Забыл, откуда я пришел. Так, значит, идем вот сюда, сюда, сюда. Здесь мы где-то стартовали. Сейчас меня тут прогрузит просто. Проблемы с дальностью прорисовки. Так. Так, так, так. Ага, вот здесь мы были. Значит, сид вывозите, создаете мир и оказываетесь вот тут. Вон там и храм, и деревня, и... грибной биом, вон там снежный биом, ну и ледяной, кому как удобно. А вот справа будет саванна. Здесь всякие акации растут. Ну и давайте вот там посмотрим дальше. Что у нас? Вот там, кстати говоря, лес. Так, здесь у нас зомби. Здесь у нас ничего, по сути дела, интересного нет. Сейчас у меня загрузится. А хотя, смотрите, я вот еще нашел. Необычно сгенерированная заброшенная деревня. Вы посмотрите, только что вот при вас нашел. Вот это офигенный сид. Так. Сейчас вам скажу, где вот эту деревню найти. Смотрите, что это? Какой-то выступ. И здесь пасутся животные. Что? Это необычно, необычно. Насколько мне известно, называется деревня с зомбаками. Сколько же тут домов? Крутая заброшка. Давайте расскажу, как ее найти. Так. Тут еще горы. Так, 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 так. Ну. Сейчас я постараюсь понять. Ага, я, кажется, понял, как ее найти. Уже. Пока у меня тут 200 лет грузит. Вот. Значит, вот он старт. Смотрите. Вот старт. В той стороне. Там деревня, храм, биома, два. Ледяной там и грибной, да? Вон в той стороне от этого старта, если смотреть. Вон туда идем, смотрите. Вон туда. Вот. Мы идем. И оказываемся в заброшенной деревне. Оказывайся. Заплетается язык. Так. Вот, смотрите. Заброшенная деревня. О, тут еще домик на горе оказывался. Ну, делай. Прикольно. Значит, еще раз напоминаю, что сид 24, 24, 24, 24, 24, 24. 5 раз по 24. Играйте, выживайте. Этот сид я нашел сам. Он не из интернета. Вот. Ну, а на этом все. Всем спасибо. И всем пока.